Команда СКА заняла 7-е место на турнире в Курганово, обыграв своих соперников из Новокузнецка со счетом 9-2. Вратарь команды Константин Волков, и твой комментарий к игре. Ну, мы не имели права проигрывать. Мы проиграли в той группе, в самой сильной группе. Одну группу булитом и две в разницу с одной шайбу. Эту группу мы должны были, ну, по-любому мы должны были выигрывать эту команду. Вы повели в счете 3-0, а потом пропустили два гола или расслабились. Что случилось? Ну, не знаю, может быть, да, расслабились. Ну, мы пропустили в меньшинстве одну. Одну подправили, ну, просто не повезло. Какой матч на турнире был самый тяжелый, а какой, считаешь, сыграли лучше всего? Самый тяжелый матч был с Акбарсом, это первый матч был. А самый легкий матч вот этот, обыграли Новокузнецк. Вы заняли 7-е место, как считаешь, могли выступить лучше, и если могли, то где допустили ошибки? Да, мы могли выступить лучше. Мы допустили ошибку в игре с Акбарсом, пропустили третий гол нелепый, потом должны были обыграть Трактор Челябинский. Там тоже сами себе забили гол. Нужно было в защите играть лучше. Но я думаю, мы должны были уходить из группы, были. И, ну, как минимум в четверку входить. Твои впечатления о турнире? Ну, я доволен, в принципе. Игрой команды просто не повезло.